Медицина – наше все. Это не просто громкая фраза, а реальность. Последний год стал настоящим испытанием для всей сферы здравоохранения. Врагом номером один был признан COVID-19. Если многие европейские страны пошли по пути локдаунов и различных карантинов, Беларусь выбрала иную стратегию. Без потрясений для экономики и людей. И мы справились, подтверждают многие авторитетные специалисты. Бобруйские врачи и по сей день сражаются за жизни в режиме 24/7. 2020 год, конечно, это сложный год в плане распространения COVID-инфекции. Но организовано все на самом высоком уровне и в области, и в том числе в Бобруйском регионе. Бобруйск, ну, с честью справился с этим видом инфекции. Бобруйская центральная больница – это основная больница по оказанию данного вида медицинской помощи. Поэтому мы сегодня достойно оценили их результаты работы. Чтобы оказывать квалифицированную помощь, требуются современные учреждения. За прошедший год город может похвастаться новинками. Начинка в них по последнему слову техники. В 2020 году совершенствовалась и укреплялась материально-техническая база учреждений здравоохранения нашего города и района. Всего было закуплено медицинского оборудования и других основных средств на сумму более 4 миллионов рублей. Приобретались автомобили для станции скорой неотложной медицинской помощи, легковые автомобили в количестве 4 для наших учреждений здравоохранения, видеобронхоскопы, электрокардиографы. Государство – основной спонсор системы здравоохранения. Так, согласно указу президента номер 131 о материальном стимулировании работников здравоохранения, предусмотрено установление ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями. Также изменилась и законодательная база. Большое внимание государство уделяет системе здравоохранения, позиция главы государства, все необходимое, что нужно было для функционирования, стабильного функционирования системы здравоохранения, в общем-то, со стороны государства было сделано. В 2020 году внесены изменения в закон о здравоохранении и об оказании психологической помощи, в общем-то, те направления, которые важны на сегодняшний день для стабильного функционирования системы здравоохранения, нашли свое отражение. От докладов и статистики к благодарности. Цветы, грамоты, награды для лучших бобруйских медиков. На достигнутом, безусловно, никто останавливаться не собирается. Белорусская медицина и впредь будет развиваться. Главное – отвечать современным вызовам и беречь здоровье людей. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.